Ну что, друзья, вся правда о Хавайи Лэжер Вин, о столовой. В общем, начнем с интерьера. Ну, интерьер достаточно качественный, только, конечно, оставляет желать лучшего. Скатерти грязные, стулья грязные. Ну, по пятибалльной системе где-то на двоечку. По поводу ремонта столовой. Такое ощущение, как будто ремонт сделан 6 лет назад. Для этого его никто не пытался обновить. Народу в столовой вау. Сейчас пик, обслуживающий персонал даже не успевает обслуживать столовую. По поводу еды. Вроде еды дофига, как вы видели. Но все какое-то не сильно вкусное. Единственное, что здесь запомнил за все время препровождения, это когда в столовую привезли очень большого барана и зажарили его. Потом начали резать его и раздавать всем по кусочку. Это было действительно вкусно. Первый раз в жизни я попробовал баранину. Спиртные напитки из столовой. Спиртные напитки для тех, кто хочет ужраться, пожалуйста, на раз-два. Водяра, виски и все их местные напитки. Но не хватает единственного одного. Это списка с напитками, которым бы перечислялись их составляющие. Для того, чтобы человек мог указать на список и заказать тот напиток, который ему нужен. А так, в принципе, ну, жратвы валом. Ну, единственное, по салатам и по нарезке. В общем, ну, резут как для крупного рогатого скота. Не то, что там сделать какой-нибудь один нормальный салатик. Они берут, просто тупо режут капусту, сваливают ее отдельно в корзинку, так сказать, и ее потом оттуда насыпать. Так же самое касается огурцов, помидоров, ракули, брокколи, укроп и всякая другая такая фигня. В общем, для того, кто хочет просто салат как дома покушать, такого практически нет. Ну, есть только один единственный вариант, это тот салатик, который делает повар и раздает его на барной стойке по салату. Это, ну, один единственный салат, который готов, приправлен на всю столовую. А так, в общем, сладкий уголок. Все сделано, все торты сделаны на химических кремах, так что много их не съешь. Ешь их, ешь, но понимаешь сам, что это все лажа. Самый лучший торт, который сделан дома. Ну, по выпечке, да, выпечка у них достаточно качественная, но это на любителя. Для тех, кто не хочет похудеть, выпечка достаточно нормальная и вкусная. Ну как, все сделано по рецепту, достаточно нормально. По супам все плохо. Супы у них отвратительные, так сказать, не то что дома. Ну, для того, чтобы турист один раз попробовал, этого достаточно, чтобы их больше не есть. Ну, для тех, кто любит жидкое, одеваться некуда, будет есть.